Доброе утро вам из солнечного Крыма. Меня зовут Ярослав Фролов, как вы помните. Сегодня 17 мая 2022 года. У нас солнце, у нас классно, в Крыму вообще шикарно, абсолютно обалденная погода. Я реально говорю, вот я честно, до сих пор и постоянно, каждый день просто получаю массу удовольствия. И вот я прямо вот от того, что я все-таки смог осуществить свою мечту. У нас завтра будет, судя по тучкам, небольшой дождичек, как обещает прогноз погоды. На, это все хорошо, потому что дождь нужен. У нас начинает зацветать виноград. У нас потихонечку, ну, я уже говорил, в Крыму оно все потихоньку, все, даже природа здесь потихонечку, полигонечку действует, поэтому у нас пока еще все, вот оно вот не так быстро, как в средней полосе России. Друзья мои, осуществляйте свою мечту. Если хотите приобрести дом в Крыму, обращайтесь. Я помогу вам подобрать дом как для себя. Удачи вам. Всего наилучшего. Пока-пока. Да, а в Крыму все тихо, все спокойно, все замечательно. И не слушайте провокаторов.